Педагоги вышли на старт ради спортивного интереса. Анна Назарова видела и расскажет. Три из трех Алевтина Зинченко чувствует себя как рыба в воде. Еще бы, она учитель физкультуры. А вот для заведующей шестым отделением вертикальный пресс – занятие нетрадиционное. Но что не сделаешь ради команды. Прыжки в длину, челночный бег, эстафета, метание мяча – это первые спортивные соревнования педагогов «Жемчужинки». Мероприятие разработали сами с учетом всех особенностей возраста. За основу были взяты детские тестовые упражнения, то, что у нас делают дети в саду. Вот. Маленьких изменили, дополнили, получилось очень интересно. На старт в этот день вышло 5 команд – воспитатели, педагоги, нянечки. К нормам ГТО они пока не готовы, но заряд положительных эмоций и бодрости получили точно. Сегодня мы все стали еще сильнее, еще здоровее, еще мудрее. Нам очень понравилось. Мы нисколько не огорчены своими результатами. Мы будем стремиться вперед, и наша победа еще впереди. Это самое начало, самый старт получился очень красивым, очень активным, очень дружным. И дальше обязательно будет, обещает директор. Руководство детского центра призывает и другие детсады и школы присоединяться. Это мероприятие было пробным, но мы хотим и думаю, что коллеги согласятся сделать его нашим традиционным мероприятием для педагогов. Анна Назарова, Наталья Красавина, новости дня.